Поделись эмоциями после очередной победы. Эмоции отличные. Выигрываем уже 6 матчей подряд. Выигрывать при домашних трибунах. Первый раз у меня такое, чтобы я отыграл всю игру дома. Вот. Очень приятно было слышать поддержку болельщиков. Безумно помогало это. Где играть легче? В Астрахани, в Томске или в Воронеже? Ну, при своих трибунах гораздо легче было играть. Поэтому не чувствовалось усталости. Каково на фланге? Необычно, но уже все, привыкаю к этой позиции. За счет чего эта команда побеждает? За счет сплоченности коллектива, за счет того, что нам больше надо.